В настоящее время в нашей стране активно собираются подписи за отмену налога на недвижимость за единственное жилье. На активные действия инициаторов сбора подписей подвинули возросшие платежи по налогу для многих владельцев квартир и домов. Правительство перекладывает ответственность на самоуправление. Местные власти пока не собираются пересматривать новые ставки. Смотрим сюжет Анастасии Дьяконовой, после чего беседуем с гостем в студии. За отмену налога на недвижимость на единственное жилье на портале инициатив Манабалс.ЛВ уже подписались более 18 тысяч человек. Часть из них, около 200, даже вышла на улицу. Правда, народное собрание состоялось уже у пустого сейма, поэтому особого отклика от парламентариев не было. Я не думаю, что это нормальная ситуация, когда приходится платить несколько тысяч евро в год за свой дом, который уже принадлежит тебе. Я живу в межопарке и являюсь самозанятым лицом, и никого не волнует, как я могу заплатить этот налог. На периферии тоже проблемы. И у моих бабушки и дедушки тоже проблемы. Пенсия маленькая, налог растет. Отмена налога на недвижимость может стать серьезным ударом для самоуправления, считают специалисты. Ведь сборы от этого налога идут в региональные бюджеты и кое-где составляют пятую часть казны всего края. Очень разные ситуации. Если парламент такое примет, тогда это надо рассматривать вопрос о состоянии бюджета в самоуправлении, потому что уже та политика налоговая, которая предлагается, там уже полагается большое снижение, если нет компенсации. Если еще будет вопрос принят парламентом по налогу недвижимость, то, конечно, надо рассматривать, какие доходы остаются в самоуправлении для выполнения функций. В Латвии не самый большой налог на недвижимость среди стран Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСИДИ, куда Латвия вступила в прошлом году. Если мы сравниваем как доходы от данного налога как процент от внутреннего валового продукта, ну, по сравнению с Литвой у нас несколько более высокий. Если мы сравним с такими странами, как, например, США, Великобритания, и в целом по тем государствам, которые входят в так называемый клуб OECD, то у нас он весьма низкий. То есть у нас он около меньше 1% от ВВП. В Министерстве финансов идею отмены налога на недвижимость на единственное жилье восприняли в штыки. И вводить такие изменения не собираются, объясняя, жилье бывает очень разным. У меня есть некоторые примеры единственного жилья. Например, Юрмала. Здание 1700 квадратных метров, 5000 квадратных метров земли. И это у нас единственное жилье. Мне кажется, что это не является целевой аудиторией этих изменений. В министерстве добавляют, зачастую большой налог насчитывается из-за большого участка земли. К тому же не совсем ясно, что является единственным жильем. Только дом или здание вместе с прилегающими постройками. Если мы освобождаем от налога только здание, то доходы бюджета самоуправления уменьшились бы на 24 миллиона, и функции самоуправления, на которые пошли бы деньги, не были бы выполнены. Министр финансов Дана Рейзница Озола сообщила, она поддерживает идею Министерства юстиции в год не повышать налог на недвижимость более чем на 10%, а кадастровую стоимость заморозить вплоть до 2020-го. Анастасия Дьякна, Дайнс Латвис, Марис Юргенсон, Латвийское телевидение.